Из крайности в крайность. То в России вводятся надзорные каникулы для малого бизнеса, то начинаются массовые проверки после кемеровской трагедии. Этим и воспользовались очередные мошенники. Если раньше у предпринимателей пытались выманить непосредственно деньги, представляясь руководством МЧС, то сейчас предлагают купить противопожарное оборудование. Правда, цена отличается от рыночной в несколько раз и не в меньшую сторону. Такой звонок поступил одному из саранских бизнесменов. Звание представляется работниками пожарной службы и назначают день проверки. То бишь, например, если сегодня звонят, говорят, что завтра у вас назначена проверка по пожарной безопасности на 10 часов. Мы вам предлагаем отодвинуть проверку на день, на два. Сейчас наша курьерская служба доставит вам в течение 3-4 часов стенды, если нужны огнетушители. Оплата на месте курьером с чеками, со всеми полностью для бухгалтерской отчетности. Мошенники предлагают купить у них что угодно, что хотя бы как-то связано с противопожарной тематикой. Любые стенды, огнетушители, если надо, то привезут и противогаз, только по цене самолета. Главное управление МЧС России по Республике Мордовия настоятельно рекомендует не поддаваться на подобные провокации. Вся необходимая информация о планируемых проверках в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещена на сайте Главного управления. Кроме этого, необходимо знать, что в соответствии с действующим законодательством лицо, подлежащее проверке, уведомляется заранее для начала ее проведения. Доказать факт мошенничества невероятно сложно. У курьера предприниматель добровольно покупает оборудование по сильно завышенным ценам. А то, что бизнесмен поверил предварительному звонку от неизвестного человека и обещаниям оплате в пожарном надзоре, это уже его личные проблемы. Евгений Волков, Владимир Ильин, наши новости.